В городском округе прошел мастер-класс по самообороне. Защищать себя в критической ситуации жителям Химок предложили с помощью приемов карате кюкюсинкай. Участникам рассказали о философии этого вида спорта и показали комплекс упражнений для повышения тонуса организма. Занятие провел мастер спорта по карате Артур Сербиев. Он также напомнил, что физические упражнения – это залог здоровья и хорошего настроения. После теоретической части специалист показал несколько приемов, которые помогут чувствовать себя уверенно и защититься от нападающего. Позиция дамы захвата можно следующим образом. Рукой берем, значит, с противоположной рукой. Если он взял у вас правую руку, берете левой рукой изнутри и выворачиваете наизнанку. Попробуйте. Освобождается. Попробуйте. И также можно правой рукой, помогая левой. Знаете, если вас взяли... В обратную сторону закручивать. Различные тематические мастер-классы в Химках проходят регулярно. Посещать их может любой желающий житель городского округа. Подробную информацию о дате и времени можно найти на страницах газеты «Химкинские новости», в соцсетях по хэштегу «Химки интересно жить» и на специальном сайте eventadmhimki.ru.